Редактор «Телеэкспресс» представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. История продолжается. Сегодня ситуацию о переходе из НЖСК в НЖСК плюс обсуждали в администрации города. Парковка у мечети. Жители 7-го микрорайона жалуются на то, что в пятницу в обеденное время движение по улице Высоцкого затруднено. И трудовые каникулы. Школьники приступили к летним работам. Деятельность управляющей компании НЖСК сегодня на заседании Совета директоров раскритиковал Андрей Касьяненко. Новости нашего города уже рассказывали, что с начала лета управдом пытается перевести подведомственные дома в новый вид управления. Людям предлагают заключить новые договоры уже с компанией НЖСК плюс и при этом перейти на непосредственный способ управления. Первый замглавы администрации города отметил, что компания ведет эту работу некорректно и что в первую очередь надо провести общие собрания собственников, на которых, пообещал Касьяненко, будут присутствовать представители администрации города. Нельзя верить тому, что на словах говорится, нужно читать внимательно те бумаги, которые они подписывают, внимательно смотреть договора, которые вы подготовили. Я вижу, там снова есть пробелы в части прозрачности вашей работы, обоснованности стоимости оказываемых вами услуг и так далее. То есть есть риск ухудшить положение собственников, и этого допустить нельзя. Сегодня никто не имеет права, ни одного жителя силовым порядком или обманом, значит, куда-либо затащить или что-либо им, значит, не то, что надо сказать. Жители должны внимательно все смотреть. Их до настоящего времени просто ознакомливали с тем способом управления, который мы им предлагали. Очевидно, здесь представитель руководства НЖСК фактически признает, что новый способ управления собственникам предлагает именно управляющая компания. Да и на домах, которые обслуживает НЖСК, все чаще появляются объявления с текстом: «Уважаемые собственники, просим вас срочно подойти в управляющую компанию. Обратите внимание для заключения договора». Причем на многих, а это дома по Советской, Высоцкого, послания от НЖСК появились только сегодня. Учитывая, что на телекамеру и на совете директоров при первом замглавы представители НЖСК в голос заявляют, что они никого не заставляют подписывать новый документ, возникает вопрос, кто же тогда так настойчиво зазывает собственников и вводит людей в заблуждение? Тем более, что ранее юрист управляющей компании утверждала, что это не НЖСК, а инициативные граждане сами решили перейти на непосредственное управление. Людям, насколько я знаю, я тоже живу в жилищном фонде НЖСК, предлагается изменить способ управления, как вариант, на непосредственный. Но это уже одно незаконно, что управляющая компания предлагает изменить людям способ управления. Не предлагает управляющая компания этого. Я не сказала, что это предлагает управляющая компания. Я сказала, что предлагается. Кем? Инициаторами выступают собственники отдельно. То есть любой собственник в жилом доме многоквартирном имеет, то есть где проживают, в тех домах, где... Фамилии, имена у вас есть? У меня, к сожалению, в данный момент я не могу вас с этим ознакомить. В чем плюсы для жильцов? Чем так их привлекло? Это непосредственное управление. Мне, если честно, сложно сказать, в чем здесь плюс. Выходит, что почти в 200 домов, а если быть совсем точными, в 192, практически одновременно 200 горожан озаботились переходом своих 5- и 9-этажек на непосредственный способ управления. Инициативу собственников подхватывает управляющая компания и при этом утверждает, что для жильцов при новом способе управления практически ничего не изменится. Вот только вариант нового договора, который НЖСК подготовила для людей, весьма отличается от того документа, который до сих пор регулировал отношения между собственниками жилья и теми, кто обслуживает жилфонд. Журналистов новостей нашего города, к примеру, смутил пункт, по которому управляющая компания каждый год в одностороннем порядке устанавливает себе право повышать плату за жилищные услуги. Это при том, что до настоящего времени повышать стоимость жилищных услуг можно было только с разрешения собственников, которое они принимают, опять же, на общем собрании. В прежнем договоре управления НЖСК стоимость услуг определялась, исходя из, сориентирована была на стоимость, установленную муниципалитетом. Стоимость, установленную в 2006 году, насколько я знаю. Возможности
прямой повышать этот размер, законный, который была бы неоспорима, в том договоре предусмотрено не было. Но возможность изменения стоимости каких бы то ни было услуг, как минимум на размер инфляции, либо на какой-то соответствующий размер роста потребительских цен, он, в общем-то, разумен. Создание новой управляющей компании вместо существующей НЖСК, скорее всего, позволит избавиться коммунальщикам от многомиллионных долгов перед обществом «Энергогаз Ноябрьск» заводу. Такие долги еще 3-4 года назад возникли по большей части из-за несовершенства федерального законодательства, и они были у всех управляющих организаций города. Выбранный НЖСК способ ухода от долгов в Ноябрьске уже применялся, но, как нам известно, через общее собрание жильцов. А вот методы преобразования НЖСК в НЖСК плюс многие считают некорректными и, главное, непонятными для людей. Жильцы домов по Ленина сегодня в нашу редакцию принесли фотографии, на которых они запечатлели работу строителей, ремонтирующих теплотрассу. Действо происходит напротив детского парка. Люди возмущены тем, как рабочие расправляются с некогда высаженными жильцами деревьями. Рубрика «Новости наших горожан». И уже сегодня первый замглавы администрации Андрей Касьяненко настоятельно рекомендовал коммунальщикам бережнее относиться к зеленым насаждениям во время ремонтных работ. Он подчеркнул, что все деревья, в том числе и на Ленина, должны быть аккуратно высажены на место. Жители 7-го микрорайона неоднократно обращались в редакцию с жалобой на то, что в пятницу в обеденное время движение по улице Высоцкого и особенно парковка чрезвычайно затруднены. Дело в том, что на еженедельный пятничный намаз в мечеть съезжается большое количество верующих мусульман. А машины свои они зачастую оставляют там, где им удобнее. В том числе и на тротуарах, и газонах. В мечети нам сказали, что о проблеме знают и что было бы неплохо перенести автобусную остановку, дабы освободить побольше парковочного места для прихожан. И с этим они даже обращались в администрацию города. Однако остановка установлена в этом месте тоже по просьбе. По просьбе жителей 7-го микрорайона. Через 5 лет процедура регистрации прав на недвижимость почти полностью переместится в интернет, а ее сроки сократятся в 3 раза – до 7 дней. Постановка на кадастровый учет будет занимать 5 дней вместо нынешних 20, а с владельцев недостроя при этом будет проще взыскать налоги. Такие масштабные перемены подготовила Минэкономразвитие. Ключевым моментом программы станет создание единого государственного реестра объектов недвижимости. Все правоустанавливающие документы и кадастровые дела при этом будут переведены в электронную форму. Реализация всех мероприятий программы обойдется казне почти в 60,5 миллиардов рублей. В понедельник ночью в городскую больницу в тяжелом состоянии поступил 49-летний мужчина с ножевыми ранениями. Сотрудники ноябрьской полиции выяснили, что в этот день мужчина поссорился с приятелем, который нанес ему сразу несколько ударов ножом. Кровавая разборка произошла в поселке УТДС. Полицейским удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Не освоили школьную программу менее 1,5% ноябрьских школьников. Итоги учебного года подвели сегодня на аппаратном совещании в администрации города. По словам начальника городского департамента образования Надежды Гудковой, в целом школы города посещают 12,5 тысяч юных ноябрьцев. На отлично год закончили 332 из них. А на второй год останутся 9 ребят. Для сравнения, в прошлом году их было более 20. Говорили на совещании об итоговых экзаменах. Что интересно, среди девятиклассников с заданиями по русскому не смогли справиться больше школьников, чем с заданиями по математике. В целом же большая часть выпускников 9 классов успешно сдала экзамены. А вот с ЕГЭ ситуация обратная. Русский язык, к примеру, не только дался легче 11-классникам, 4 школьников набрали по предмету максимальное количество баллов. Правда, на математике таких блестящих результатов не было. Если смотреть обязательные предметы в сравнении с прошлыми годами, то результаты получше. Те медалисты, которых мы будем чествовать вот в пятницу,
они все получили высокий балл. Все до единого как бы сдали очень хорошо. Поэтому результаты подтверждают. Для одних школьников лето – это время беззаботного веселья, для других – возможность самим заработать свои первые карманные деньги. Планируется, что за 3 месяца в Ноябрьске будут трудоустроены около 600 несовершеннолетних. Для этих целей рабочие места созданы из средств местного и окружного бюджетов. Среди предприятий, где согласились принять подростков – дорожно-ремонтное строительное управление. Там уже с 4 июня трудятся 30 школьников. Семиклассница Лада Давиденко первый летний месяц решила посвятить труду, причем оплачиваемому. И на пару с подругой устроилась в дорожно-ремонтное строительное управление. Трудятся девчонки на благо города, убирают от мусора детский парк. Сухих листьев, окурков и прочего добра предостаточно, особенно после праздничных дней или просто выдавшихся теплыми выходных. Фантик, пакеты разные, даже те же скорлупа семечек. А там дальше наверху там ужас. Там бутылки из-под пива, из-под разных спиртных напитков. Поэтому, ну, пакеты выносим, как правило, штук 30 вот таких вот больших черных пакетов. Работает Лада и еще 9 школьников в детском парке с 8 утра до 12 часов дня. Их группу из 10 человек закрепили за этой территорией. Остальные несовершеннолетние, а всего в ДРСУ этим летом для них выделено 30 рабочих мест на других объектах. Желающих заработать деньги школьников много, поэтому, скорее всего, каждому удастся потрудиться не больше месяца. Зарплата около 15 тысяч рублей, в зависимости от сложности выполняемой работы. Они хотя бы знают, как деньги достаются. А не так вот, что они ходят из угла в угол и ничего не делают, а у мамы с папой денег просят. Все. А так хотя бы они знают, как оно зарабатывается. Предложенная школьникам зарплата – стимул очень неплохой, поэтому и мальчишки, и девчонки стараются не халтурить и исправно выполнять возложенные на них обязанности. Кстати, не только деньги – главный плюс от таких летних ударных будней. Для ребят это своего рода еще и трудотерапия. Ведь побродив и в дождь, и в жару с веником и пакетом по парку, многие из них перестают кидать мусор мимо урны. С первого же дня, после того, как поубирались, сразу твердо решила, что мусор только в урну, потому что это очень трудно убираться, и столько мусора, что, мне кажется, каждый должен пройти вот это, вот, чтобы понять, насколько это трудно и что так не надо делать. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города. Надо сказать, майские исследования социологов показывают, что многие российские дети вынуждены будут провести летние каникулы дома из-за финансовых затруднений родителей. 36% опрошенных сообщили сотрудникам Левада-центра, что их несовершеннолетние дети и внуки никуда не поедут на летний период, а каникулы проведут дома. Каждый пятый планирует отправить свое потомство отдыхать на дачу, а 8% – в детский лагерь. Пассажиров всех поездов перед посадкой в вагон будут пропускать через специальные рамки и досматривать. Примерно так, как это сейчас делается перед посадкой в самолет. Также будет составлен перечень предметов, с которыми в поезд не пустят. Так, например, ограничения распространятся на опасные, легко воспламеняющиеся и взрывчатые вещества. А о перевозке коллекционного и охотничьего оружия придется заявлять дополнительно. А вот небольшие перочинные и консервные ножи, жидкости для укладки волос и шампуни изыматься при посадке в поезд не будут. Можно будет провозить также еду и напитки, в том числе и спиртные. Сам законопроект пройдет первое чтение уже на этой неделе. Выпуск продолжит блок спортивных новостей. Девятого июня в Тюмени прошел открытый чемпионат и первенство Тюменской области по мотоциклетному кроссу 2013 года. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из городов Тюмень, Сургут, Нефтеюганск, Пытьях, Нягань, Мегион, Ноябрьск, Новый Уренгой, Тобольск и Ялуторовск. Сборная команда по мотокроссу «Газпромнефть» заняла второе место в командном зачете. В личном первенстве в заезде 85 кубических сантиметров абсолютным чемпионом стал мотокроссмен «Газпромнефти» Михаил Холодов. А с 21 по 23 июня гонщики «Газпромнефти» примут участие в первом этапе командного Кубка России в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Через несколько секунд прогноз погоды, а у меня на этом все. Я желаю всего доброго и до встречи. Партнер программы – магазин «Потис Андверса», торговый центр «Клубника».
Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпром нефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпром нефть» – надежный ориентир. Июня в Салехарде пасмурно, возможен дождь, ветер южный, температура 21 градус тепла. В Муравленко без осадков, ветер южный до 3 метров в секунду, температура 20 градусов выше 0. В Ноябрьске без существенных осадков, слабый южный ветер, температура плюс 21 градус,